проект Эльмира Сыздыкова, Казахстан, город Караганда. 9 лет занимается борьбой. Мастер спорта международного класса. Победитель чемпионата Республики Казахстан 2014 года. Бронзовый призер чемпионата Азии 2014 года. Ее соперник в синем трико Масака Фуичи, Япония. 7 лет занимается борьбой. Чемпионка мира среди юношей 2014 года. Чемпионка мира среди кадетов. А на ковре А сейчас уверенный и не напряженный поединок будет между борцами второй утешительной схватки. Встречается монгольский борец Цобатов, опытнейший борец, ему 26 лет, 10 лет занимается борьбой, мастер спорта международного класса Монголии, серебряный и бронзовый призер чемпионата Азии и Азиатских игр. Мы знаем, что азиатские соревнования континентальные, очень сильные, особенно в маленьких весовых категориях. Против него выступает мастер спорта международного класса Асадулла Лачина, Беларусь, город Гродно. 27 лет спортсмену. Тренеры Анатолий Белоглазов и Шубаев. Лачинов является победителем международного турнира «Рамзан Кадыров», а также международных турниров Польши и Чехии. Это первый старт после турнира
Ярыгинского Кубок мира в Соединенных Штатах Америки в Лос-Анджелесе в марте месяце. А затем будет в конце апреля, в начале мая чемпионат России в городе Каспийске, Дагестан. И вот так он отберет сборную команду на Европейские игры, которые впервые проводятся в истории Европы, Европейские игры в городе Баку в июне месяце. А в июле месяце международный турнир Али-Али и в сентябре чемпионат мира в Лас-Вегасе. Лицензию. Вот оно, борцовское преодоление. Пожелаем нашим командам завоевать 18 лицензий. Наверное. Помощь, пока, да? Ненадолго, пойдем.